В Улан-Удэ обсудили перспективы газификации Бурятии и Забайкальского края. Сегодня республику с рабочим визитом посетила делегация «Газпрома». На встрече в правительстве стороны обсудили проект «Силы Сибири-2». Это газопровод, который должен соединить Россию и Китай транзитом через Монголию. «Сила Сибири-2» – проект «Газпрома», который должен соединить Россию и Китай транзитом через Монголию. Кроме того, он объединит газотранспортные системы Востока и Запада России, а также позволит газифицировать ряд ее регионов, в том числе и нашу республику. Газификация регионов Дальнего Востока – приоритет в работе Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики. На сегодняшний день дальневосточный регион газифицирован на 23,8%. Это существенно ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В республике газ уже используется на многих объектах. В планах расширения спектра применения природного топлива. Если через Бурятию пройдет труба, то это откроет совершенно новые перспективы развития. На сегодня республика уже частично начала газифицироваться. В первую очередь это по мелким объектам. Мы строим там школы, детские сады с локальными котельными. У нас есть проект по северу республики, по переводу котельных на газ. Ожидается, что транзитная труба мощностью до 50 миллиардов кубометров газа в год проведет голубое топливо в Байкальский регион, туда, где нет доступа к этому ценному ресурсу. Теперь предстоит этап технико-экономического обоснования. Его разработка должна быть завершена до конца 2021 года. Владислав Ложеницын, Вячеслав Сердюченко, Вести, Бурятия.